Мы продолжаем наше сегодняшнее путешествие с легендой UFC Олегом Токтаровым. Как оцениваете свое выступление? Как вам Джефф, удивил ли чем-нибудь? Да дальше больше. Дальше Джефф разозлился, взял, прошел за ногу в ногу. И подковыриваю его тебя, и еще пилю. Какой фильм для вас стал самым запоминающим в Голливуде? Потом я опять потерял время, как я считаю, я снялся в фильме National Treasure с Николасом Кейджем. У меня есть болевой, в котором 6 болевых. Я называю это прием антикиркоров. Но если смотреть UFC времен, когда выступали вы, то это же какие-то абсолютные бои без правил были. Если ему завязать одну руку и один глаз, то никаких шансов якобы нету. И вот мне интересно, что вы можете сказать. Что с одной рукой и с одним глазом он может только держать стакан водки, и то промахнется. Вот здесь ты не сделаешь болевой, здесь ты его сделаешь. Ты сказал слово, за которое, ну, в 90 я мог бы его убить. Во время того, как Хабиб Нурмагомедов выиграл пояс UFC, люди, по сути, свои поделились на два лагеря. Надо отдать дань Хабибу, но не трогайте legacy Токтарова.